Приветствую, друзья. Знаете, почему я очень часто на фотографиях, там вот перед роликами, вот в такой позе сижу? Чтобы на мыслителя был похож. Помните скульптуру мыслителя вот так вот, да? Дело в чем. На самом деле я практик. У меня 50 лет практического опыта. Я работаю сейчас уже с пострадавшими по разным поводам. Вебинар у нас будет скоро с новейшим упражнением «Горячо-холодно». Потому что представьте себе, что когда вы на морозе, почему вы дрожите? Ну, не только вы дрожите, и котенок на морозе будет дрожать. И почему в тепле вы расслабляетесь? Ну, естественно, ответы вы знаете, потому что у нас не только психология, у нас и физиология, а это кровоснабжение, частота биения сердца, частота дыхания, артериальное давление, постановка всех гомеостатических величин в константных нормах. Ну, это целая история, да? Ну, вот горячо-холодное упражнение – это потрясающее, потому что когда нам надо быстро расслабиться и быстро выработать способность расслабляться в любых жестких условиях, чтобы быстро снять стресс, этот вебинар, конечно, необходим. Там как раз полярные вещи. Горячо, холодно. Горячо вызывает одни реакции, холодно вызывает другие реакции. И когда вы, а я там покажу как, сделать этот алгоритм, чтобы вы быстро сняли стресс и научились всегда его снимать. Уже без помощи упражнения. До встречи, друзья.